Площадь Куйбышева продолжают готовить к празднованию Нового года. На ее центральной части появится сказочный лес, посреди которого расположится ледовый городок. Персонажи ледяных скульптур знакомы многим с детства. Это любимые герои киностудии «Союзмультфильм». В этом году она отметила юбилей. Ей исполнилось 85 лет. Тут и крокодил Гена с Чебурашкой, и мамонтенок, который ищет маму, и персонажи мультфильма «Простоквашино», «Шайбу-шайбу», «Жил-был пес» и других знакомых с детства мультфильмов. Эскизы для будущих композиций подготовил Сергей Назаров. Монтаж где-то день, ну вот одной такой скульптуры, и где-то дня два сам процесс изготовления скульптуры, уже резьба. Мы смораживаем блоки по форме, так чтобы туда вписывалась скульптура. Потом пилой отпиливаем большие какие-то массы, и потом уже более детальные какие-то моменты. Лед для работы привезли из Тюмени, потому что в Самаре еще недостаточно холодно, чтобы на водоемах образовалась корка необходимой толщины. Всего для 14 композиций потребовалось почти 100 кубометров льда. Над созданием скульптур с начала месяца трудятся мастера из разных уголков страны – Ижевска, Чебоксар, Марий-Эл. Есть среди них и житель Самарской области – Владимир Илюшин. Он на скульптора нигде не учился, раньше занимался бизнесом. Увлекся искусством, когда увидел у одного из своих заказчиков деревянные скульптуры. Изучал тонкости работы по видео в интернете. На самостоятельное обучение у Владимира ушло 8 лет. Все инструменты у него уникальные, потому что самодельные. Например, в ход идет даже лезвие от триммера для волос. Сейчас ищу форму головы у крокодила. Тут надо будет губу поменять. Чуть-чуть вот так, лед был короткий. Надо отрезать, приклеить и вот так добавить. Охота сделать работу, чтобы она, во-первых, мне очень понравилась и другим. И поэтому стараюсь по чуть-чуть снимать. В этом году, как и в предыдущем, в связи с эпидемиологической ситуацией новогодних массовых гуляний не будет. Для семейного активного отдыха на площади Куйбышева будет работать деревянная горка, зальют два катка, организуют точки питания и продажи сувенирной продукции. Максим Магомедов, Константин Головин. События.